Текст переводится с грузинского как «Георгий Саазашвили», 1940 год. Автор, вероятно, красноармеец, призванный в 1939 году из Грузинской ССР. Исследователям удалось найти его личное дело в архиве. Георгий Саазашвили, родившийся в 1917 году, оборонял крепость и в страшные дни июня 1941. Сейчас это единственная надпись, оставленная рукой защитника, доступная к осмотру. Но, увы, к ней добираются вандалы, рассматривается вопрос о мерах по сохранению уникального автографа.